Папа с мамой мне однажды рассказали о Христе, о его страданиях страшных, как он умер на кресте. Умер он, так было нужно, чтобы жизнь нам подарить. Не сказал же ко мне слова, продолжая их любить. Но прошло 3 дня, и вскоре он из гроба сам восстал и спасение навеки всем живущим даровал. Может, это весь сегодня вам покажется смешной. Кто-то скажет, это сказка, кто-то скажет, звук пустой. Ну, а если кто поверит, например, как верю я, то Иисус тем обещает место в небе навсегда. Аминь.